Итак, с вами позитивный кэш. Представляю вашему вниманию, значит, прибор для измерения артериального давления, полуавтоматический тонометр UH-104, компактный и экономичный. Есть звуковой сигнал, поставляется в такой вот коробке. Очень неплохой прибор. Я другую модель покупал, но у меня уже давно, вот сейчас решил его обновить. Значит, сейчас посмотрим комплектация. Я смотрел, есть батарейка, уже комплект с батарейкой. Значит, посмотрим его. Значит, в комплекте идет основной блок, стандартная манжетка от 22 до 32 сантиметров, нагнетатель воздуха, элемент питания и руководство по эксплуатации. Большая манжетка. Это можно приобрести, если, ну, на слишком большую руку. Так, ну давайте посмотрим комплектацию и как им пользоваться. Так, значит, вот в комплекте идет уже батарейка. Сейчас мы ее зарядим и посмотрим. Так. Ну, значит, брошюрка, гарантийный талон. Естественно, брошюрка с различными... на различные модельки. Сейчас посмотрим, какая у нас. Ну, у нас похож вот этот UH-104, да. Есть еще 704, у нас UH-104. Так, посмотрим. Так, здесь, в принципе, в брошюрке. Давайте посмотрим. Скорее всего... То есть... Чехол, показания давления, нагнетатель. Ну и вот, в принципе, видите, как заряжать, как ложить руку и правильно располагать, как заклеивать саму манжетку. И вот здесь, видите, 2-3 сантиметра до самой вены. Вот, давайте с вами посмотрим. Так, как по инструкции сказано, давайте посмотрим, как нам его. Устанавливаем батарейку. Закрываем. Вот, даже здесь написано 2-3 сантиметра, радиус 22-30. Давайте посмотрим, что она из себя представляет. Она вот такая, на липучке. То есть получается, длина, видите, варьируется. Прибор для измерения артериального давления, частоты и пульса цифровой модели UH-104. Предел измерения от 20 до 280 мм ртутного столба. Питание 1,5 вольта. Разработано компанией вот такой-то, Япония. Ну, сделано в Китае, написано. Так. Давайте, батарейку мы с вами установили. Теперь нажмем. Вот, вот видите, он просигналил 0, замигал, и вот здесь вот уровень батарейки. Значит, он готов к работе. То есть, если он у вас мигает, нолик, то он готов к работе. Так, сейчас. То есть, видите, получается, что вот так вот нужно просовывать руку. Сейчас мы с вами продемонстрируем.
Ну, вот, смотрите, я ее надел на руку, вот так вот. Вот, сейчас будем производить измерения и посмотрим, какой уровень у нас давления. Так, значит, мы зажали. Вот такое вот давление. И, естественно, я вам не показал, что нужно нажимать вот путем сдавливания вот этой груши. Пульс 92. Ну, вот видите, вот давление показывает и пульс. Потом что нам нужно сделать? Нам нужно, естественно, снять это с руки. Отключить и вот так вот сдавливаем. Итак, это был обзор прибора для измерения давления артериального, ну и пульса, естественно. Прибор, в принципе, очень простой в пользовании. Даже можно одному все это сделать очень легко, несложно. Несложные показания, несложные измерения. Все можно прочитать в брошюрке. Сейчас я вам немножко показал последовательность, как им пользоваться. Все, оставайтесь со мной, будьте позитивными.